Приветствую зрителей и подписчиков на солярном канале Владимира Жиленко. Сегодня буду изготавливать футбольный мяч из дерева. Это третий фильм. Каждый раз, изготавливая такую сложную столярную работу, я использую две породы древесины, темную и светлую, и использую станки, инструменты и оборудование, которое есть у меня на сегодняшний день в моей столярной мастерской. Ранее подробно останавливался и рассказывал, какие углы надо выдержать для того, чтобы собрать эту сложную столярную работу. Сегодня фильм «Отдыхающий», усаживаемся и приятного просмотра. We'll be right back.
Вот так выглядит готовая столярная работа «Футбольный мяч из дерева». Для ее изготовления я использовал две породы древесины – дуб и термоорех. Интересная столярная работа, но эта работа относится к категории сложных столярных работ. Каждый раз, изготавливая такие работы, я использую оборудование, которое есть у меня в моей мастерской на сегодняшний день. Сегодня мне помогали мои помощники, и с помощью таких помощников такую столярную работу можно выполнить намного быстрее и намного точнее. Подставочка выполнена в том же стиле, прекрасно смотрится. Вообще дуб прекрасный материал, это материал, который я очень люблю. Оценивайте труд, задавайте вопросы. Всем доброго, с уважением, Владимир Жиленко.